Со всей страны сейчас идут гуманитарные караваны как в зону СВО, так и жителям новых регионов. Из Ленинского городского округа в луганский город Рубежный отправился очередной груз. Он предназначен для ребят, которые проживают в детском реабилитационном центре «Хрусталик». Это дети особенные. То есть мы туда осуществляем полностью концтовары к 1 сентября. Обувь, одежда, гигиена. Некоторые медицинские препараты. Вот. То есть дети к 1 сентября будут полностью обеспечены. В пункт сбора гуманитарной помощи превратились постройки на территории, прилегающей к дому Анны Морозовой. Ее муж участвует в СВО, а сама Анна – руководитель клуба жен мобилизованных по Ленинскому округу «Защита тыла». Рассказывает, что сейчас не так просто найти способ доставить груз адресату. Мы еще в мае начали собирать для «Хрусталика», для детского дома. Были очень много рекламы, и мы давали как бы письма, писали с запросами. И это все ждало вот своего часа. И мы безумно счастливы, что у нас сейчас получается прямо еще это до 1 сентября отвезти все это детям. В сборе этого груза принимали участие очень многие жители как Ленинского городского округа, так и Домодедово. Координировали работу общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» и «Союз семей военнослужащих России». Медики вот передали тоже, медкомпания тоже с нами связалась. Они сами передали, то есть средства от укусов, комаров, от расчесывания, то есть вот такие вот моменты. Через несколько часов после того, как весь груз был сформирован, начинается обратный процесс загрузка его в машину, которая и поедет в Луганскую Народную Республику. Естественно, часть груза будет отправлена и бойцам, участвующим в СВО. Мы нашим ребятам везем дизельный генератор, маскировочные сети, то есть гигиена идет также, тоже по запросу. То есть в основном как бы идет по запросу все. Бойцам и в детский дом купили фрукты, которые вот там очень сложно. То есть они то, что не доезжают, потому что хранение своеобразное, там жара. Мы взяли бананов, апельсинов и яблок. Активную помощь в процессе уже традиционно оказывают сотрудники Видновской дирекции киносети. Мы стараемся по всем направлениям помогать людям, которые находятся в зоне СВО, те, кто прибывают оттуда сюда, семьи мобилизованных, то есть всячески стараемся помогать. Вот сегодня мы собрались для того, чтобы помочь загрузить, разгрузить те грузы, которые поедут отсюда в Луганск. А эти любительские кадры уже из Луганской республики. Гуманитарный груз доехал по назначению, а значит, жизнь ребят из детского реабилитационного центра «Хрусталик» в Рубежном станет чуть лучше. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.